Привет, сирокезосмотрящие. Сегодня под вечер, с 17 часам. Все едут с работы. На виадуке опять небольшая пробка. Получилась классика, видимо. Тягач, белый тягач без прицепа. Пытался, я так понимаю, перестроиться вправо, но в слепой зоне оказалась вот машина темная эта. И получается затер. Ну вот, это моя такая версия, предположительно. Может, кто-то знает другую версию. Но выглядит все именно так, потому что у этих тягачей, ну, это известный факт. Слева-справа вот такие вот есть, особенно справа. Жутко темная зона, когда там машина стоит, как правило, не видно ее. Ну, если, конечно, водитель не высокий профессионал, у него зеркала обычно там смотрят на эту зону настроены, есть дополнительные. Но, видимо, вот так вот сложилось. Тут мы видим, что зеркал таких вниз, которых смотрящих, нету. Поэтому вот такой результат. И вот получилось, развернул машинку. Ну и не бывает, что одно без другого. Объехали мы это дело, встали на перекрестке, и вот видите, учебный передо мной, а перед ним еще Kia, и что-то с Kia случилось, заглохло, тут же, прямо, сразу, что-то, сегодня лунное затмение, кстати, так что берегите себя, всякое бывает, особенно сегодня лунное затмение, поэтому еще, оно было утром, в 7 утра началось, но результаты, вот вы видите, действуют, даже машины глохнут, причем новые. Всем удачи, всем пока. Берегите себя на дорогах.